Привет! В этом видео я расскажу о построении предложений в Present Continuous, настоящем продолжительном времени. А вернее, я познакомлю вас со своим хорошим другом, псом Континиусом. Континиус всегда прибегает, стоит сказать «look» – «посмотри» или «listen» – «послушай». Правильно, он очень любит время «now» – «сейчас», «at the moment» – «в настоящий момент». Конечно, ведь это время прогулок. Как и любая собака, пес Континиус очень любит гулять. У него даже есть ошейник и поводок. Только это не обычный ошейник с поводком. Это глагол to be, который меняет свою форму в зависимости от того, кто отправляется на прогулку с нашим Континиусом. Если это, например, я, I, то я возьму с собой поводок Emma. I, Emma. He, she, it гуляют с поводком is. А you, we, they берут на прогулку поводок are. На прогулке у нашего замечательного песика просыпается зверский аппетит, и его нужно покормить. Но кушает он не косточки и корм. Он кушает глаголы. Посмотрите, это может быть глагол go, run, jump, sing, eat, drink, do и многие другие. А когда он покушает, он счастлив. А что делают собаки, когда они счастливы и довольны? Правильно, виляют хвостиком. Вот и пес Континиус не исключение. У него тоже есть такой хвостик. Это окончание ing, которое мы с вами произносим как in. Что же получается? Для того, чтобы пойти на прогулку, мне нужно позвать моего песика. Look. Я, I, возьму с собой поводок Emma. Look, I am. Я покормлю песика глаголом play. Look, I am play. Он доволен и благодарно виляет хвостиком in. Look, I am playing. Попробуем еще раз. He is reading now. We are learning grammar at the moment. А если ты сам хочешь попробовать вывести нашу собачку на прогулку, тогда переходи по ссылке в описании. Good luck and have a nice day! Bye!